мне очень важна эта работа и важны результаты. Для этого мне нужна хорошая фотосессия. И то место, которое я вижу, в своей голове нарисовала, оно я здесь. Проводник, который должен был с нами ехать, он не поедет. Это гора духов. Старые так говорят. Духи, пещеры, суверенные здесь очень местные жители. А речка – это граница. Так что вам что, здесь места мало? Вала! Я говорил вам туда не ходить! Да не кричи ты на меня, не кричи!